Работа менеджера может быть душевной, стабильной, творческой и полной экспериментов. Где найти такую? В компании «Кухонный двор». Если руководство открыто для общения и поддерживает стремление персонала развиваться, то у такого предприятия есть будущее. На такие предприятия люди хотят устроиться на работу. У Людмилы Егорушкиной была мечта – работать в кухонном дворе. Мечта сбылась. Сейчас она – сотрудник успешного и стабильно развивающегося предприятия. Мы часто общаемся, в принципе, по работе. Даже с руководящим составом, вот, посещая фабрику, посещая какие-то вот тренинги. Здесь очень интересная работа. Творческая работа, вот, с клиентами общение. Вот, мне это очень нравится. Менеджеры в салонах не оторваны от производства. Они постоянно бывают на нем и знают, какого качества выпускается продукция. Поэтому, предлагая кухню клиентам в салоне, за свои слова отвечают. Я знаю, что я предлагаю, какую продукцию. Мне эта продукция самой нравится, ее качество. И я то знаю, что это надежно, что это хорошо сделано. Произведем тест на ударопрочность. Берем фасад и безжалостно стучим по нему молотком. Не остается ни вмятин, ни царапин. Для большей убедительности своих слов одним экспериментом дело не заканчивается. Менеджер салона Светлана Юрина превращает работу в настоящее представление. Рисует на фасадах, пытает их горячим утюгом, сидит на дверцах. Как после такого не поверить в качество продукции? Когда клиент приходит и говорит, что спасибо, очень хорошо, всегда это приятно. Награда за работу – счастливые и довольные клиенты, которые впоследствии становятся друзьями. Людмилы, Светланы, Натальи и еще сотни таких работников. Все они – золотой и ценный запас предприятия «Кухонный двор». Фирма очень надежная и стабильная. Я уверена в завтрашнем дне.